Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на видеообзоры от Паблита. Сегодня у нас интересный гость. Зарядное устройство, универсальное, которое может заряжаться как от солнечной энергии, так и от сети или USB источника питания. Это изделие от известного производителя английского Solar Monkey Adventure. Давайте познакомимся с ним поближе. Я уверен, что после обзора вы поймете, что каждому необходимо такое устройство. Я, например, это уже для себя понял. Итак, встречайте. В коробке у нас находится, собственно, зарядное устройство в чехле. И набор различных переходников и шнуров, а также карабин для того, чтобы закрепить само устройство на рюкзаке, сумке или на том, на чем вы хотите его закрепить. Что из себя представляет устройство? В чехле, который, видите, крепится, находится в водонепроницаемом и ударопрочном корпусе устройство, состоящее из двух солнечных панелей и аккумулятора, который встроен в корпус. Видите, что само изделие достаточно компактное, легкое. Это оценят те, кто привык путешествовать налегке. При этом оно не боится удара, влаги, прорезиненно не скользит. С одной из торцевых сторон под резиновой заглушкой находится гнездо питание и USB-порт. Посредством шнура, один конец, которому вставляем USB, компьютера или в блок питания опциональный, вот, оно заряжается. Вы видите, что во время зарядки индикатор горит красным, когда он заканчивает зарядку, сигнализирует нам зеленым цветом. Вот. Хочу остановиться немножко на чехле. То есть вы видите, что он имеет универсальное крепление, которое можете продеть сюда ремень или что-либо другое, или карабин. Вот. Внутри здесь есть маленькая хитрость, сразу ее не увидишь. Вот это сетчатый карман. Вам всегда же необходимо с собой носить аксессуары, а вы не будете их носить в коробке с собой. Поэтому они вот крепятся таким образом, складываете их в карман сетчатый. Это удобно и всегда под рукой. Вот. Что же можно заряжать от данного зарядного устройства? Вот. Вы видите, что производитель положил в комплекте iPhone на шнур, вот, который вы можете заряжать iPhone, iPad, iPod вот, со стандартным разъемом. Давайте попробуем это сделать. Вставляется достаточно плотно, но за счет моего чехла в телефоне. Заряд пошел. Производитель гарантирует то, что мы где-то 1,5-2 раза можем зарядить iPhone или процентов 25-30 iPad. Это немаловажно. Потому что, в принципе, за солнечный день вы можете зарядить аккумуляторы вашего зарядного устройства и, в принципе, поддерживать свои устройства работающими. Также, что еще можно интересного заряжать? Вот. У нас в комплекте есть USB Mini USB. Вот. На примере экшн-камеры. Каким образом это происходит? Мы вытаскиваем универсальный шнур питания, меняем его местами. Теперь вставляем в само зарядное устройство. Подсоединяем переходник. И подключаем экшн-камеру. Заряд пошел. Учитывая то, что у экшн-камеры где-то примерно такой же по емкости, как у айфона, аккумулятор, его можно будет зарядить где-то 1,5-2 раза тоже камеру. Это тоже немаловажно. Вы всегда останетесь яркими видео. Это удобно. Теперь я хочу рассмотреть, как мы его устройство можем закрепить на рюкзаке.
сейчас мы его обратно ставим в корпус. Вы видите, что в чехле имеется специальное крепление, благодаря которым устройство удерживается достаточно надежно и прочно. Вот как это происходит. Берем рюкзак. Карабин. Закрепляем дополнительно ремнем на рюкзаке. То есть вы можете идти, кататься, ездить, прыгать. При этом ваше зарядное устройство будет заряжаться. Удобность этого зарядного устройства в том, что в нем внутри сразу в одном корпусе находится аккумулятор. Вам не нужны лишние шнурки, которые могут зацепиться. Все в одном. В принципе, вы всегда с питанием, с электричеством, со светом. Вот как это примерно выглядит. Вес имеет небольшой. Вследствие этого на баланс никак не влияет. Очень удобно. Подробнее я устройстве с фотографией расскажу в своем обзоре. Читайте мой блог. Спасибо, что тратите на меня свое время. Всего вам доброго.